Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Russian Эфир, и мы продолжаем с вами прохождение цивилизации 6. В данный момент у нас идет война с Норвегией, по-моему. Мы захватили у них столицу. Сейчас нам остается взять у них последний город. Так, нам для этого понадобится наш фрегат, насколько я помню. Так, а это что такое? Столица захвачена. Так, Смоленск не производит достаточное количество пищи, да? Приоритет пищу давайте поставим для Смоленска. Так, выбрать нам надо здесь, да? Угу. Культура, давайте амбар. Так, вы лечитесь. Так, ну тут у нас вроде бы все уже устаканивается постепенно. Так, вы в Тулу. И следующий ход. Так, что она нам хочет? Денег дать, право прохода. А мы слонов и гипс. Ну нет, пока не нет. Я думаю, не будем мы так делать. У нас тем более пока идет война. Так, табак. На слонов и трюфели, да? Давай не табак, а вот так вот. Ну нет, не хочешь, как хочешь. Такая сделка нам не подходит. Так, ты нам кофе даешь, да? На слоновую кость. Ну, в принципе, давай. Трюфели на цитрусовые и денег, да? Ну ладно, давай. Так, да? Давай в Смоленск иди. Удовольствие, ну, строим, что вы? Пушечка наша, да? Пушечка. Ну, давай до суда доедем. Вы. Так, ну давай тоже сюда вперед пока что. Ты лечись. Ты нам по-хорошему вообще не нужен, да? Ну хотя неизвестно, что еще тут у нас ждет впереди, да, так скажем. Так, канди, будем мы себе канди подминать или нет? Ну, пока нет. Пока нам надо разобраться с осло. Заключить мир. А, ага, вот так вот ты хочешь.
чтобы я тебе города давал. Ней! Нет, Норвегия. С Норвегией мы воюем. Не будем мы тебе возвращать города. Ради этого все и задумывалось. Так, тут у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, да? Да, так вот. 1. Так вот, 2. Так вот, 3. Ты едешь вот сюда прям, встаешь, и отсюда будешь обстреливать. Так, это вот у нас получается 1, 2, 3. Тут пушка. 4, 5, да, вот эти вот как раз. И с моря нас поддержит наша каравелла. И все будет замечательно. Лечитесь, лечитесь пока что. Торговый маршрут. Маршрут. В Де-Жанейро отправить. И науки, и золото дает, да? Ну давай. Так, ты кто? Ты кто? А, ты вот кто. Ты лечись. Так, так. В Новгород. А в Новгороде нам что надо было, я не помню. В Новгороде. Фабрику предлагают. Ну, давайте построим фабрику. Так, ты сюда. Ты стой, ты стой, ты стой. И вот практически, так сказать, мы добились своего. Миссионер. Ну да, вот нам придется потом все в православие переводить. Очень сложно это будет. Но куда деваться, так скажем. Ты сходи, пока добей. Ты на всякий случай иди сюда. По идее, тебя надо улучшить, чтобы от тебя был хоть какой-то толк. Начали по нашей пушке они стрелять, да? Да чё вам надо? Нет, конечно. Ней!
пушечку надо отвести все-таки пока, наверное. Или попробовать обстрелять город пару раз, чтобы было попроще захватывать. Мне кажется, это мало что нам даст, по идее. Давайте отступим и укрепимся. Так, все, начинаем считать. Раз, два, три. А это вот у нас четыре получается, да? Четыре. Пять. Ты сюда. Войска наши начинают подступать. Думаю, хода за два, за три мы возьмем Осло. Стойте. Ты нападай отсюда. Ты нападаешь сюда. Ты лечишься. Так, Я, по идее, удалить-то ненужный юнит. Или оставить, пригодишься. Ладно, иди пока вот сюда. Так, ты нападаешь. Ты нападаешь. Ты подъезжаешь, ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Так, Архангельск. Центр коммерции. Ну давайте построим. Давайте купим и построим центр коммерции вот здесь, наверное. Жди. Пушечки долбят, да?
Приступайте. Подлечитесь. Так, проект тут. Тут у нас все продолжается, пока мы не забыли. Делаем вот так. Тут идем сюда. Пушка, дальнобойная атака. Вот как замечательно. Этими просто нападаем. Этими также просто. Каравелла тоже пусть еще бомбанет разок. А вы ходили? Нет, вы не ходили. Так, отправьте посла. Лавента, Вера. Занзибар. Занзибар. Вот как раз в Занзибар, наверное, и пошлем, да? Отлично. Вот так вот как-то сделаем. Ох ты, господи, а вы-то откуда нарисовались? Вот как-то так. Тут еще у нас, да, арбалетчики. Давайте пикинеров-то поведем туда. И лучников, наверное, поведем сюда сразу же. Так, ну и давайте. В следующий ход мы уже должны взять осла. Да не буду я с тобой мир заключать. Давайте шандарахнем еще разок. Ну и зайдем в город. Так, лечимся. Тут мы из города сначала выстрелим по этим лучникам. Потом уже так добьем. У Каравелла у нас... Так. Давайте так. Сохранить город. Mm-hmm.
Давайте амбар сначала. Вы лечитесь. Вы домой. И лечитесь. Так. Ну что ж. Довольно-таки неплохо, я думаю. Расширилась наша российская империя, так сказать. Вот здесь вот, я не знаю, по идее нужен город. Возможно, разрастется. Давайте подождем. Селитра нам нужна еще одна. Так, дальше. Что мы будем делать дальше? Дальше, наверное, вот этот город-государство мы захватим. Чтобы на нашем полуострове, вот на этом, на острове, не знаю, не оставалось больше никого ненужных, так сказать, нам. Сюда лечить. Так, у тебя повышение, да? К обороне от дальнобойных атак. Так, это у нас тут починка, амбар. Тут мы вылечиваемся. Вылечиваемся. Так, ну и давайте куда-нибудь сюда пойдем, чтобы окружать Преслов, наш город. Шли. Осуждает нас. За что? Считают нас милитаристами. Будете так разговаривать, и до вас очередь дойдет. Осуждает нас, да? Осуждают, но боятся. Тут, я думаю, будет вообще все просто. Так, кого нам предлагают? Великого торговца отказаться. Так, так, так. Тут нам надо добить. Зря я тут строил военный лагерь, так сказать. Не, далеко идти. Стой, в Туле. Ты вот сюда вот отойди и стой, жди. Ты беги за ними. Так, это нам надо вот сюда подойти, да?
Следующий ход, пусть подлечиваются. Яркий. Нам еще один город, что ли, хотят отдать? Ну давай. Осуждает, понятно. Бьяркей, вот он нам отдал, да? Химия — это грязный раздел физики. Химия у нас готова. Так, вот Бьяркей, да? Наш. Давайте амбар. Тут Дамаск, Мекка. Ага, эти уже готовы обороняться. Но мы-то еще не готовы наступать. Так, пушечка наша, пушечка. Нам надо пушечку вот сюда. Исследование. Полевая пушка, фрегат. Ну, давайте фрегат. Пока не готово. Стоим. Спартιάτες, καλώς ήσαν. Καρτερός, Ισκουρός, Ανδρέος. Понятно, спасибо. О, господи, эти недобитые бегут. А, ну у нас уже с ними мир. Мы теперь заключили мир со всеми. Ну да, долго так мы будем мучиться. А что ж поделать? Так, великий писатель, не нужен. Проект, маяк. Давайте маяк. Маяк, так. Ты у нас с этой стороны, наверное, зайди. Раз. Тут раз, два, три. Да, вот сюда иди. Как-то вот так это будет все выглядеть, да? Так, раз, два, три, четыре. И отсюда еще можно пятым зайти, да?
право прохода. Нет, не буду я с тобой заключать сделки. По идее, вот это бестолковый город-государство, у них ничего нет. Тут хотя бы есть медь. Так, проект здесь. Монумент починка. Вот, ты вставай сюда. Давай вот сюда пойдешь. Тяжелое поражение. Отступи лучше. Подлечись. Так, ты. Раз, два, три. Ты сюда, да? Стой, в принципе, здесь какая разница. Да, вот сейчас Преслов захватим, а Канди пусть останется, по идее, он же нам не мешает. Живет да живет. А Преслов бесполезный город, но у него до хрена еды. Так, стоп. Ты вот сюда. Так, а дальше у нас как? Так, получается у нас ты идешь сюда. Ты сюда. А ты тогда сюда. Стоим пока что. Так, Архангельск. В дополнительном жилье, да? Что у нас? Канализация. Развлекательный комплекс. Акведук. Давайте развлекательный комплекс построим здесь. Построим его. Мы. Давайте купим. А, ну в принципе, да, там Канди. Канди, точнее. Там нужна нам земля. Ну, вот давайте вот здесь. Развлекательный комплекс. А он может каравеллу атаковать? С моря. Наверное, может. Да иди уже в город, в принципе.
Так, за этот ход мы должны все расставиться, наверное, да? Так, 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 так. Так, так, так. Наука только здесь нам дают, да? А, и вот еще наука. Юань. Ну, давай, прокладывай путь туда. Ты сюда. Ты давай вот так сделаем. И вот так. Юнит ждет приказа. О, нифига себе. Как далеко ты забрался. Бегай отсюда. На каких преступлениях? Нефиг было селиться рядом. Ну, согласен, город-государство, он ни при чем. Но придется, коли армия уж большая. Ну и он еще и не развит. То есть, грубо говоря, я помогу ему в развитии. Раз, два. Ну, давай вот сюда вот еще подойдем. Стой. 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 Проект в Смоленске. В Смоленске биржа. 45 ходов. Акведук. Акведук, святилище. Давайте святилище построим. Так, Недарос. Нам нужно тут что? В Недаросе? Жилье, да? Ну, давайте в университет. Ага. Ну, свободное изучение, как? Или, в принципе, ты уже, ну, или нет, еще не все обследовал, что ты? Еще обследовать и обследовать тебя. Вздымающиеся паруса, а невидимый ветер движет корабль. Если бы я присутствовал при акте творения, я дал бы несколько полезных советов по лучшему устройству Вселенной. Выберите исследование. Так, броненосец и уголь, паровой двигатель. Тут, ну давайте паровой двигатель. Национализм. Ох ты, ё-моё, мушкетёр. Посла. Давай в Лиссабон.
варваров уже мушкетеры, это опасно. ПТ-команда. Да. Надо же нам как-то нашу обеспечивать защиту. Противотанковая команда, что ли? Ах вы сволочи. Надо уходить отсюда. Так, отлично. Так, тут нам надо куда-то пойти, да, насколько я понимаю. Де-Жанейро. Буэнос-Айрес. Юань. Давайте в Де-Жанейро, наверное. А ты отваливай отсюда. И вставай на защиту. Выбрать проект. Лаборатория. Новгород. Давайте лабораторию построим. Ну и начнем нашу наступательную операцию. Ансозина ду шахи хоржах. На я жетай. Сначала мы обстреляем его. Давайте тогда пока тут. Отлично. Ты иди вот сюда. Так, ну что ж, можно приступать. К обстрелу города. Так. Все, ходов нет больше. А отсюда ты не можешь, да? Понятно. Ну, давайте в следующем ходу возьмем город и будем заканчивать эту серию, наверное. Что ты нам предлагаешь? Нет. Нет, не интересно нам.
Да, конечно, конечно. Меня так все считают милитаристом. Шумерские миссионеры оптом идут. Берем преслов. Да, сохраняем город. Починка бара сначала. Ну и эти у нас, естественно, все лечатся. Ну вот. Так и закончилась наша такая небольшая война, я бы сказал. Все, что я хотел, я захватил. Эти города-государства пусть останутся, они нам помогут, если что. У нас с ними мир, дружба, жвачка. И можно приступать уже к науке. Кстати, ты иди. Тебя забыли долечить. Так, юнит готов к повышению. У нас еще какой-то пехотинцы. Но это уже будем делать в следующий раз. Спасибо, что провели это время в моей компании. Надеюсь, вам понравилось. Буду очень благодарен, если вы подпишетесь на канал, а также поделитесь этим видео. Вступаем в группы Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Там вы узнаете все самые свежие и новые новости по моему каналу, а также будете в курсе выхода моих новых видео. Увидеть все мои видео можно на моем официальном сайте, всю информацию про который вы также найдете под этим видео. До свидания.